возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Помню эту решеточку. Надо просто... Давай сюда рожок. Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже! Двигай, двигай! Давай сюда рожок. Давай, мы отрелись! Ну что же за непруха такая? Глянь, он там ничего не забыл? Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда Давай, мы отрелись.
Доктор, я
Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это одноклассник или гонокоп? Артём! Чё за... Опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж... Мудрое решение.